Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Prospect. И мы сейчас с вами, я не знаю даже где находимся, в каком месте. Но у нас здесь много товарищей, которые очень к нам нехорошо относятся. Не удивлюсь, если нам куда-то сюда нужно, да? Отлично. Справились. Хотя это было сложно, я вам скажу. Привет. Так, отдыхай, мужик. Быстрее перезаряжайся. Да я упала. Осторожно. Нет, нам не сюда. Совершенно причем не сюда. Вот сюда куда-то. Да. Отдыхай, давай. Ух ты ж, ёлы-палы. Чё вытворяет-то это? Подлюка. Ух, это было сложно. Даже очень. Ладно. По крайней мере, мы знаем, в какое нам направление нужно двигаться. Аккуратно. Осторожно. Так, не агримся на них. Смысла никакого нет, все равно там. Неплохо. Очень даже неплохо, я бы сказал. Да ладно, сколько... Ух ты ж, ёлопала, грены кидают, ты подумай. Чё вытворяют-то, а? Засранцы. По крайней мере, мы затарились боезапасом. Это очень хорошо. Ну, вроде как мы идем в правильном направлении. Ты быстрей, давай. Вот отлично. Что-то как-то они эти комбайны, или как их там называют? Прям на ходу выстраиваются. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как их называют, этих товарищей. Короче, они даже не сопротивляются, тупо идут на пролом и все. А это ой как не круто. Осторожно. Опа, так. Сложный товарищ. Очень сложный, очень нехороший. Так, у нас здесь есть, в принципе, револьвер. Можно его взять, как вариант. Хорошая штука. Да, очень выгодно пользоваться этим револьвером, на самом деле. Успокойся. Ты что, застрял, что ли, шутишь? Да ладно, как вовремя-то? Ох, жестко совсем. Ладно, давайте-ка сохранимся на всякий случай. Вот так проще гораздо подходить к ним вплотную и стрелять только после этого. Иди отсюда. Засранец.
Надо персонажа немножечко подлечить, да, потому что здоровья маловато. Также нужно затариться броней по полной программе, это будет замечательно. Давай. Конечно, не знаю сколько. Ну, брони тут не так уж и много. Но почти 100% брони. А это уже шикарно, я бы вам сказал. Да, сюда точно. Красота, кстати. Прикольный дизайн здесь. Ну и чё? А, вот оно что. А лифт сам все сделает, да, за нас? Ладно, я тогда хлебну водички. Прикольный такой футуристический дизайн. Ну, даже как-то немножко стремновато на таком лифте спускаться. Или подниматься. Hidden Technologies. Так же это называется, да? Ёлопала. Да ладно. Так, подождите. Так, давайте-ка мы вот эту оставим штуку. И вот так вот запустим. И не зря. Она очень хорошо справилась с своей задачей. Понятно. Перезаряжаемся. Ох ты, да ладно, сам... мужик сам себе под ноги грену бросил. Что ж ты будешь делать-то? Он так зря. Полечились. Так, аккуратно. Оба. Жесткие штуки вот эти, кстати говоря. Я отсюда. Я отсюда тоже. Как это все сложно, ты подумал. А, тут еще вот аптечечки есть. Замечательно вообще. Патрон маловато, да. Даже очень маловато, я бы сказал. Ой-ой-ой-ой. Привет. Хотя бы с ним аптечка выпала. Чутка полечились. Я отсюда. А, еще ты. Кто как вас тут много-то, ты подумай. А эти штучки... Нет, их не надо нажимать. Оба. Оба. Я отсюда. Это тоже. Давайте, до свидания. Ну, наконец-таки можно хотя бы броню немножечко восстановить. А то какая-то ситуация с броней жопушная абсолютно. Давай, давай, набирай. Прекрасно. Я заметил, кстати, что тут что броня, что здоровье фиксировано восполняется. Малек. Ну тут уже не так долго мы ехали на лифте, это прекрасно. Так, сюда. Потом сюда, наверное, да? Понятненько, тут ничего не сделаешь. Давайте-ка сохранимся на всякий случай. И зачем все это надо? Кто бы мне объяснил? Какая-то стрёмная центрифуга. Она меня загипнотизировать хочет, наверное. Не знаю.
Так, замедляется, и что? И какой от этого смысл? Какой-то портал теперь, да? Друзья, это портал, представляете себе? А сюда нельзя. Кто бы сомневался. Ладно, будем двигаться уже по обстоятельствам, так сказать. Опа-на. Опа-на. Не нагло ли? Мужики, спокойно. Патроны закончились. Совсем не кстати. Блин, с них лечилки редко выпадают. Подумай. Ну, как я понял, здесь тут типа арена, да, сейчас? То есть от них нужно отбиваться только так. Так что же получается тут надо сделать? Ага, вон подкрепление идет. По крайней мере, с них выпадают патроны. Это уже самое главное. Так, давайте-ка сохранимся. Вот здесь. Опа! А вот так вот. Ёлопала. Ты так понял, эти ребята будут спамиться очень долго, да? Во, отлично. Давай, пошел. Осторожно. Опа. Вот то, что надо. Можно было, в принципе, и не отвлекаться на этих солдат. И что? А, ну я так понял, лучше по-быстренькому, да, тут передвигаться, чтобы эти лазеры не попасть. Ну, это логично получается. Даже очень логично, я бы сказал. Ой, ёлопала. Так, надо быть тут аккуратнее. Гораздо аккуратнее. Твоё. Вот так вот. Надо было просто быстро проскользнуть бустом. И нормально. Так. Теперь здесь как бы сделать так, чтобы забраться. Ага. Вот сюда, теперь сюда. Так, влезем, прыгаем. Вот здесь. И вуаля, готово. А здесь уже гораздо сложнее. Так, то есть тут прыгать тут нельзя, да? Нормально. Сложно, но круто. Определенно. Туда тоже не надо. Значит, есть только сюда. Опа. Вот так вот. Да еще и полечились прибавок.
Вообще супер. Так. А нам куда нужно? Сюда, что ли? Походу сюда. Оба. Давай, 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 мужик. Вот так. Хотя, конечно, было сложно. Даже очень. Ну, хотя бы мы полечились с вами. Замечательно. Ребят, а у меня знаете, что есть? Оба! У меня есть супероружие, которым я вам влепил по самой гланды. Да. Похоже, они были не очень-то и довольны. Лучше перезарядиться, коль такая возможность выдалась. Давай. Привет. Здравствуй. А, нифига себе, ты какой-то железный мужик. Какого хрена я ему лупил прям в голову? Что за фигня? Да. Совсем это не круто. Ой, неужели придется опять эти лазеры пропрыгивать неудобные? А, нет, 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 нет. Вот так вот делается проще. Гораздо проще, на самом деле. Так, другие. Другие тоже получат, наверное, тунца хорошего, я так думаю, да? Так еще и с этого автомата. На тебе. Ох ты, что же я делаю-то? Совсем не то. Надо было чуть подальше отойти. Я зачем-то начал вплотную подходить к ним и шмальнул прямо из гранатомета. Не то. Вот так. Ох, ладно. Все, готово. Вот этот мужик хорошо тут тусуется. Ему весело однозначно. И, насколько я понял, мы с вами барьер сняли, да? Который успели заметить только что. Буквально. Давай, 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 броня, заряжайся. Нормально, вполне себе так круто. Зарядили броню. Сюда, да, точно. Ну, что-то как-то высоко тут надо ехать-то. Что-то совсем высоко. Вы чё? Ёлопала. Ну ладно, по крайней мере у нас с боезапасом все в порядке. Ой, ёлы. Стрёмно даже. Так, посмотрите вниз так через стеклянный пол. Ну, совсем не камильфо. Надо даже сохраниться по такому поводу. О, почти приехали за такими вот думами серьезными. Доехали такие, доехали. Это вообще прекрасно. Давай, дверка, открывайся. Будь добра. О, здорово. Как, ты еще не все, что ли? Давай. Вот то, что нужно. По-быстренькому разобрались с ними. Особо не запариваясь. Не, ну, реально, они уже задрали. Просто спамятся на каждом шагу. Это не круто совершенно. По-моему, мы их раздербанили. Причем хорошо так, да? Давай, иди отсюда. Так, с какой стороны здесь надо зайти? Вот этот лифт, с этой? Да, похоже на то.
Что-то заметил я сплошные лифты тут. Но я и не против. Поскольку очень круто все это играется. Драйвово, я бы даже сказал. Ну-ка. Куда эта штука нас везет? Тут стрёмная штуковина. А, во, понятно. Я думаю, что это там? Никакого этажа-то нету, а тут вон как хитро. Платформы в сторону разъехались, и мы прибыли туда, куда надо. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.